площадке перед культурным центром Барвиха гостей праздника «Краски детства» встречает робот, который поразил всех не только внушительными размерами и способностью распознавать лица, но и чувством юмора, весьма несвойственным для андроидов. Незабываемые впечатления и яркие эмоции детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подарила команда благотворительного фонда «Чистое небо» при поддержке Министерства социального развития Московской области. Таким мероприятием замечательным начинаем целую череду праздников, которые пройдут в Московской области ко Дню защиты детей. Насладиться красками детства в Барвиху приехали более 300 детей из Одинцова, Рузы, Реутова, Коломны и других муниципальных образований региона. Все гости замечательного праздника «Краски детства», организатором которого выступил благотворительный фонд «Чистое небо», просто восхищение. И, конечно, нам благоволит сегодня погода. Немалая часть организационных моментов легла на представителей Одинцовского молодежного парламента, которые подготовили несколько локаций для гостей праздника. У нас есть батут, на котором дети сейчас прыгают. Наши волонтеры контролируют происходящее. Потом один из наших участников молодежного парламента, он работает в лазертаг и, соответственно, представляет лазертаг сейчас здесь. Мы являемся соорганизаторами данного мероприятия. Организуем, дарим улыбки детям, эмоции, заряжаем энергией на предстоящее лето. Приятным удивлением для собравшихся стало появление звезд эстрады. Алексей Елистратов, солист популярной в 2000-х группы «Револьверс». Но виновником торжества он больше известен в другом амплуа. Голосом Алексея говорит так любимый ими Гарри Поттер. Я желаю всем детям только одного – быть нужными, быть любимыми, быть обязательно обласканными и получить свое количество, достаточное количество внимания, тепла и заботы любящих людей, именно любящих их людей, близких. Я всегда стараюсь посещать такие праздники, когда получается, потому что вот эта атмосфера, везде дети, какие-то конкурсы, развлечения. Сегодня я взяла своих бандитов тоже с собой. Для ребят была подготовлена насыщенная праздничная программа. Аквагрим, творческие мастер-классы, игры и конкурсы, лазертаг и аттракционы, а также шоу гигантских мыльных пузырей и химическое шоу. Мила Тарасевич, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».